вот такой вот штукой, там за 20 баксов из Китая, можно заряжать вот ноут, к примеру. Вот так вот его. Тут у нас получается, ну, давай резкость, 11,8 вольт, 1,4 ампера, 16 ватт. Ну, было 12, там до 20 давало. Вот, вот до 18 ватт. И вот сюда, ну, самый простой такой. Экофлоу мизерный. Вот так вот. Лучше заряжать, конечно, напрямую отсюда. Это 65 ватт, а я еще заказал, такая придет на 165 ватт. Там по Type-C 100 ватт валит. Вон у меня просадка на проводе на этом. Ну, какая. Все, заморгало, доморгало, да? А глазами не видно, что моргает. Вот, ну, заряжает, одним словом. Но работать уже будет показывать ноутбук, как будто от этого. Как будто вот сети. Вот, к примеру. А, не тут палец. Вот так вот, и все, мы переключаемся. Он как будто от сети. Ну, просто питается от сети. Вот можем посмотреть. 86 ватт. Аккумулятор не заряжается, источник питания, сетевой адаптер. Ну, потому что 20 ватт, куда ему еще 20 ватт, и этот больше по счету он не дает. Наверное, надо подключать его к 24.2, еще один аккумулятор, если докупить, то легкость будет давать, там, допустим, если пару ампер по 20, то все 65, и будет как раз 2 с чем-то на 24 вольта, вот оно, 2,5, 60 и выйдет. Вот, а на 12 он не выдаст, потому что у него нет преобразователя. Вот. Ну, проверим, придет на 150, проверим. Но, тем не менее, можно поставить подзарядиться. Дело такое. За пару часов наберет зарядика.